Предварительно запустив в Инстаграм флешмоб «Признание маме», Сати Казанова сняла клип на песню «Мама». К идеальным отношениям с матерью она сама пришла не сразу, зато теперь сделала ее главной героиней видео и сама с нетерпением ждет, когда же сможет изменить свой статус. Конечно же, мы хотим, там как Бог даст. Я бы хотела троих. А еще певица всерьез задумалась о переезде на родину мужа в Италию. Но карьерой звезды ради семьи она жертвовать пока не готова. А зачем отказываться? Самолеты так часто летают, интернет такой быстрый сейчас. Я знаю людей, которые с четырьмя детьми. Вот Наталья Водянова – чудесный пример этому. Казанова вплотную занялась мантротерапией и хочет расширять эти горизонты. Кстати, супруг Сати обратил внимание именно на эту часть творчества будущей жены. Тогда даже не догадываясь, что в России ее песни любят миллионы.